Уже пятый год в Краснодарском крае проходит культурно-просветительская акция «Арт-передвижники», организованная студентами Кубанского государственного института культуры. За это время участники побывали с концертами в более чем 25 городах и районах Кубани. На этой неделе свою творческую программу студенты привезли и в Славянск на Кубани. Уже во второй раз Славянск на Кубани встречал участников культурно-просветительской акции «Арт-передвижники». Ее главная идея заключается в популяризации классической, народной и современной культуры в разных уголках Кубани. Каждый новый проект «Арт-передвижников» представляет собой определенную творческую постановку. В рамках этой творческой акции сегодня будет проходить вокально-хореографическая постановка «Фильм-фильм-фильм». Этой постановкой мы хотим показать, что мы чтим, так сказать, культуру, кинематограф, знаменитые советские фильмы, знаменитые советские песни и несем культуру в массы. Культурно-просветительская акция «Арт-передвижники» проводится при поддержке законодательного собрания края. Виктор Чернявский, заместитель председателя ЗСК, отметил, что гастроли студентов Института культуры – отличная возможность показать свое творчество жителям всех районов Кубани. Мы поддержим институт в том, что они, готовя кадры для отрасли культуры, выбрали практикоориентированный метод, когда ребята не только постигают науку в стенах вуза, но они показывают свое творчество, выезжая в районы. Мне показалось очень важным новую концертную программу, которая называется «Фильм-фильм-фильм», показать именно славянцам. И мне было важно, чтобы в зале были те люди, которые каждый день все делают для того, чтобы наш город хорошел, чтобы в нем было уютно. Вы отдаете тепло другим. Вы стараетесь, чтобы Славянск был самым лучшим городом на Земле. Зрители смогли на мгновение окунуться в волшебный мир кино. На сцене были исполнены творческие номера по мотивам легендарных советских, российских и зарубежных фильмов. Вокально-хореографической постановке «Фильм-фильм-фильм» приняли участие студенты сразу трех кафедр – народного и эстрадно-джазового пения, хореографии и театрального искусства, а также учащиеся отделения среднего профессионального образования. Павел Иваницкий уже не в первый раз выступает на сцене. Для него это очередной опыт, такой нужный для выхода на большую сцену. Здесь, помимо обучения просто скрипке, здесь можно себя реализовать и с другой стороны. То есть здесь и режиссеры, и актеры, и это очень все интересно, когда это все совмещается, и большие площадки, и свет, и звук. Это очень интересно, в принципе, работа. Студенты показали то, чему они научились в стенах института. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Их красочные, яркие и оригинальные номера не оставили равнодушными славянских зрителей. Очень большое удовольствие получили от концерта. Прекрасно было. Получили массу удовольствия. И всех, кого мы пригласили на этот концерт, очень довольны. Славянцы первыми увидели вокально-хореографическую постановку «Фильм-фильм-фильм». С этой творческой программой участники акции «Арт-передвижники» отправятся на гастроли по всей Кубани, чтобы как можно больше жителей смогли окунуться в культуру и творчество, а юные зрители имели возможность поближе познакомиться с вузом и, возможно, выбрать свою будущую профессию. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».